Бурундучков для Дейлика. Буду искать в локации Монто-Срест или Привал Монто в штате Вест-Элизабет. Неподалеку от лагеря Микки Белла в сюжетке. Поставила несколько меток. Бегает среди деревьев, хорошо заметны на открытом пространстве лесного массива. Места спавна активны все время, но спавн животных не гарантирован, как указано в интерактивной карте РДО. Желаю удачных поисков. В Нагорье подкова штата Нью-Ганновер тоже рандомно встречаются бурундуки, хотя данная локация в карте РДО отсутствует. Повезло напасть на след двух бурундуков, но подстрелить удалось только одного.